О, все, понимали? Так. Роман? Добрый день, меня зовут Роман. Я руководитель компании «Аналитик Инсайт», занимаюсь внедрением машинного обучения для повышения конверсии компании. Сейчас формировали отдел, который следует работать с смарт-контрактами. Мы разработали рулетку на смарт-контрактах, прототип она уже есть, работает. Вот. Почему? Потому что считаем, что наиболее прикладная функция сейчас смарт-контрактов там, где можно эффективно управлять всем жизненным циклом бизнес-процесса. Так как сейчас мало данных об объектах активов находятся в цифровой форме, то есть в блокчейне, по сути, эффективно можно брать только деньгами. То есть сейчас в цифровой форме на блокчейне хорошо работают только деньги. Так вот, в гейм-рынке, то есть в играх, там идет оперирование только деньгами, и там самая важная функция – это случайность. То есть прозрачность механизма случайности, доказуемой случайности. Вот как раз она на смарт-контрактах сейчас, на эфире, в частности, реализована достаточно хорошо. Вот, и поэтому мы разрабатываем вот эту сферу совместно вот с Ильей из DAO Casino. То есть у них есть платформа, а у нас есть конечная игра. Вот. Сейчас нам для ее эффективного устранения нужен контроль версии этой игры и, соответственно, контроль инвестиций, управление инвестициями. Потому что это проблема. То есть контракт, который загружен в сеть эфира, его потом изменить нельзя. То есть, но чтобы он работал, у него должны быть активы внутри него, и их нужно оттуда выводить и переносить в новое. То есть нужен контроль версии, контроль активов. Вот это нужно, мы собираемся реализовать. Для этого нам нужен, соответственно, специалист по разработке смарт-контрактов на эфире, то есть программист. Ну, чем лучше компетенция, тем выше, потому что готов за это заплатить там, по тройному тарифу. Вот. И, соответственно, дизайнеры. То есть есть идея сделать крутой дизайн в стиле низкополигональной графики, вот как эфир, и все это сделать очень стильно, нарисовать персонажа, смарти робота, который управляет своим казино, который все это честно, знаете, как вот как там Disney, квадратный робот. Вали. Вот нечто такое. Вот. Потому что в целом хочется сделать чем-то другим более честным, более прозрачным, а не такой, как прямо сейчас. Спасибо.